Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1382. События дня. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». За 28 сентября 2019 года. Обращение. Чтобы считать курсором, останавливайте движение. Я более быстро буду прокручивать.
что суббота. Встаем всегда в одно время, в 4:40. Собираемся, тут общая молитва. Потом каждый занимается своим делом. А в 7 завтрак. Днем кое-что решил вывести. Там, где у нас пилили бывшая кузница около огородчика. Пошел к Игорю, а его нету с Терентием, уехали по делам своим. Зашел под тополем домик, там яблоньки, остатки яблок собрал, привез тут. Оказывается, ко мне 2 раза Серафима Гавриловна приходила, арбуз большой принесла. Володя баню затопил, сходили в баню. А дальше, если есть возможность, немного отдохнуть перед богослужением. Батюшки нет, вчера он уехал в город. Вячеслав Семенов пишет, что они его встречать в Казани будут. Вот так прошел наш день. Ночью даже снежинки падали, говорят. Но не видел, утром встал, уже не было. Но холодный довольно день. Дождик моросит. Я тут занялся своими делами по интернету. Больше стал время проводить, готовлюсь к городу. Тут вопрос возник о том, что всем ли проповедовать. Отвечают, как проповедовать, не будут посланы. Вывод-то не тот, что послали, не послали. Как проповедовать, не будет посланы. Упрек-то, что не посылают. Смысл-то совсем не в этом. А я не проповедую, я не послан. Так апостол Павел говорит, как проповедовать, если не будет посланы. Ну, как поле может быть плодоносным, если никто не засевал? Вот не к тому, что сеять не надо, а к тому, что, ну, неужели непонятно, что если не будут посланы. Священники должны посылать всех на исповеди. Не проповедовал, к исповеди не допускать, или что там, какие-то меры придумать. Вот к чему. Прямо удивительно, как священники, так, как шут бубенцами, эквилибристы, обращаются со Словом Божьим. И как проповедовать, если не будут посланы. Никто не посылает человека отдельно. Меня не посылали, не буду проповедовать. Неужели так можно понимать? Все в извращенном виде. Считайте Сидорова. Монашество в Египте было. Где оно? Не давая потомства, уходило в песок. И там совершенно другие люди, другая вера. Здесь междуховное слово Божие сложили. Не поняли? Не поняли. Пришли те, у которых меч, ятаган. Тюбетейка. Они наведут порядок, заставят проповедовать, если Господь допустит. Ну, вот так день, такое событие дня.